В ближайшее время в рамках программы «Столица» начнется замена всех осветительных приборов. Бюджетное учреждение «Горсвет» объявило о начале аукциона, который предполагает приобретение и установку светодиодных светильников. Речь идет о частичной замене кабельной продукции и линий наружного освещения. Замена светильников произойдет не только в Магадане, но также на Соколе, Уптаре и в микрорайоне Снежный. Будет произведена замена, устаревших технологически приборов, осветительных приборов на современные, на светодиодные, которые позволят нам в достаточно большом объеме сэкономить средства бюджета муниципального образования, связанные с оплатой коммунального ресурса, то есть электрической энергии, за счет того, что светодиодные светильники, они являются энергосберегающими, и в результате того, что мы поменяем более затратные лампы на энергоэффективные, мы получим некую экономическую выгоду. Горсвет займется не только обновлением светильников, но также и полной модернизацией системы управления наружного освещения. Таким образом, они смогут моментально реагировать на какие-либо аварии и, соответственно, быстрее устранять возникшие неполадки. Подробнее об этом расскажет директор Горсвета Сергей Михайлов. У нас получается, что весь город, скажем так, разбит на 120 подстанций. В результате этого проекта мы все подстанции объединим в одно целое, и у нас будет выход в нашей диспетчерской. То есть мы можем регулировать полностью весь город. На реализацию данного проекта планируют потратить около 360 миллионов рублей. В эту сумму входят как и первоначальные затраты, так и обслуживание в течение 5 лет.